Добрый день, это курящий из окна. И чё-то я завис. Ха-ха, нет, это я просто забыл от пулемета отсоединиться, еще посмотрел, думая, почему у меня такая страшная пушка в руках. Еще я думаю, почему у меня так криво стоит микрофон. Ну да, все настроено, и я, как только загрузился, сразу же вспомнил хотя бы, на чем я закончил. Потому что до того, как я это сделал, я абсолютно не помнил, на чем я закончил. А тут мы, по-моему, расстреляли толпу разных монстриков. Ну, не монстриков, а альянсовцев. Я отвлекся посмотреть, сколько времени. Времени у нас вполне достаточно. Я думаю, минут 25 серии у нас будет. О, патроны подбираются, кстати. Что-то я забыл, да, их всех посмотреть, они же такие полезные. Да, кто, к сожалению, ждал чего-то другого, ну, потерпите немножко. Я же Half-Life снимаю скорее для себя. Я знаю, что она такая немножко... Да, что-то я торможу. Пойдем уже вперед. Ну или назад, да, вернее, назад вперед. Я уже забыл, я этот самый там опустил или нет защиту? Не защиту, а ворота. Да, опустил, и можно будет ехать. По-моему, здесь только спрыгнуть никуда нельзя. Надо все-таки выходить так, как входили. Или эта дверь открывается, и там что-то есть. Нет, здесь я тоже уже был. Так что сюда. Да, сегодня вполне мог быть Айзек. Он даже должен был быть, потому что его я уже давно не писал, неделю-то минимум. Но так сложилось, что... Вы, наверное, помните, в прошлой серии я... поиграл некоторое время на клавиатуре из-за того, что забыл... Ой! Вы снова... Блин, а! Забыл, блин! Играл в Saints Row The Sot. Ну, в Saints Row 3. Абсолютно помнил, что на правую кнопку мыши там приближение прицела. И вот так вот получилось, что здесь тоже вышло... Хотел прицелиться, не прицелился. Ну ладно. Хотя бы это тут есть, надо бы еще назад вернуться, все-таки здоровье восстановить. Насколько я помню, там сзади у меня была еще одна аптечка. И это все у меня получится. Больше я так целиться не буду. Жалко, конечно, спецпатрон потратил, но... Вот вредно в игры возвращаться так редко. Играл бы хотя бы раз там в 3-4 дня, тогда бы, естественно, все помнил. А так, надо все пытаться. Да, кого снова раздражает то, что игра может выглядеть немножко тормознуто, а это исключительно из-за особенностей обработки видео Ютубом, ну и мной тоже немножко. Я делаю все, что можно, но, возможно, вот такие вот мотания мышкой вас дико раздражают. Хотя, если честно, они меня тоже раздражают. Поэтому да. Все-таки что-то видно. Я свой летсплей пытался посмотреть. Ну, понятно примерно, что происходит, и хорошо. А если вы хотите понять именно всю красоту этого видео, то... То да. То играйте сами, эта игра не очень дорогая. Меня что-то убивают вообще. А, мне казалось, что он там один. А их тут целых много. Кстати, у меня гранаты-то есть, а? Блин, гранаты... А не, граната есть, но что-то... Блин, где вы? Что вы со мной делаете? А, вон еще один, ё-моё. Не, хедшоты-то, конечно, раздавать я умею, но... Вот патроны кончаются, да. Я случайно сложность игры где-нибудь не подправил. Потому что что-то мне довольно сложно с ними справляться. Или я привык, что в этом самом Saints Row The Sot... Saints Row The Sot, да. Бесило меня, как я это произносил. Умереть вообще довольно-таки сложно, а там пулеметчик. Так, гранату. Все-таки гранатой надо пользоваться, если она... Есть! Блин, а. Ладно, это был фейл. Попробуем по-человечески. Да, игрушка, кстати, действительно замечательная. Скажем, со своей долей пошлости, но это в ней абсолютно не главное. К сожалению, снимать я ее, наверное, не смогу, потому что у меня компьютер по мощностям еле вытягивает ее просто. При таких настройках между где-то, между высокими и ультра... Так, ладно. Теперь я действую уже более хорошо, теперь я не помру. Не помру, я сказал. Не помру. Так, перезарядка. Да, и просто записывать фрапсом ее не получится, потому что фрапс будет отжирать вообще все, что можно. Хм, это мне вообще кажется, или я все-таки как-то целиться могу? А, я на Z могу целиться. А, или... Да, целиться я могу только приблизить. Как-то это меня не очень прет, ну ладно. Так, там у меня, по-моему, в окошке еще кто-то был. А теперь почему-то нету. Так, да, путаю. Так, лети, лети, лепесток через запад на восток. Рвануло хотя бы, а? Да, рвануло. Облети вокруг земли, быть, по-моему, вели. Почему шины не падают?
Они падают, слушай. Я думал, они сделаны просто одним куском непонятно чего. Они падают, их даже по отдельности можно взять. Да. Надо, наверное, забрасывать прохождение Half-Life, а открыть тут шиномонтаж. О, встало. Да, диаметр колеса немножко не тот. Так было бы хорошо. Почти то. Так, о, блин, а. Все-таки эти здесь были. Да, тогда тоже гранаты, я думаю. Что было весело и со вкусом. Как там? Весело и вкусно. Макдональдс. В свою жизнь, кстати, в Макдональдсе было считанное количество раз. Может, 4, может, 5. Внутри-то вообще раза 3 или 2. Еще раза 3, наверное, заезжал на МакАвто. Ну, в смысле, на машине, где заходить внутрь не надо, а просто дают. Не скажу, что у меня большой дефицит Макдональдсов рядом со мной, но так почему-то получилось. Так, да, это я туда вышел. Кстати, да, я снова буду проверять, где у меня быстрое сохранение. По-моему, это было F6. Надо все-таки это смотреть до записи. Ну же, F6, да? Да, быстрое сохранение, F6. Теперь бы еще F6 найти. У меня как раз вот эту вот зону с F6 закрывает мой большой толстый микрофон. Все-таки надо менять микрофон на какой-нибудь более крутой, типа. Хотя, конечно, и мой довольно крутой, но... Берет он много внешних шумов, берет он много странного, а я все-таки у микрофона не кручусь из стороны в сторону, поэтому мне можно брать хороший динамический микрофон, а не хороший конденсаторный, в который надо говорить прямо. Ну, в смысле, прямо в него ротом. У меня микрофон такой, который ловит все, что происходит вокруг, поэтому вот так это бывает. Хочу я Shure SM7B, но он стоит 20 или 22 тысячи, поэтому перехочу я Shure SM7B, может быть, на Новый год. Но вообще, это моя зарплата на моей основной работе, примерно столько же составляет за месяц, так что... Было бы несколько сомнительно тратить все эти деньги на какой-то микрофон. Тем более, к нему нужен еще и хороший усилок. Вряд ли моя аудиокарта с этим справится. Так, кто меня расстреливает, а? А, стрелять я, кстати, не могу из этого, так что... Ой-ё! Прямой наводкой просто бьют. Ладно, постараемся отсюда убежать. Вот так вот. Полетел отсюда. И, блин, а все еще болею. Уже пора бы это дело прекращать. Уже, по-моему, скоро будет месяц, как я болею. На неделе две так минимум. Но вот как-то осень наступила и не проходит мой бронхит или как его... Главное, чтобы не стал совсем уж хроническим, а то иначе с вами вообще будет невозможно разговаривать. А, ага, интересно, а что я тут должен был делать, если я так помираю? Странно. Ну ладно, хотя бы автозагрузка была откуда надо, так что проехать здесь у меня получится. Блин, прямо ракетой, прямо в меня, прямо попали, а? Сюда, что ли? Нет, не сюда. А то я долбанулся очень хорошо, сейчас снова помру. Блин. А, наверное, вот так вот, да? Да, вот так вот, точно, но, к сожалению, здоровья у меня просто вообще нет, и меня обязательно снова убьют сейчас. Или я сам убьюсь. Об стенку. Направо или налево? Направо или налево? Налево. Правильный ли выбор я сделал? А, ну выбора, собственно говоря, не было. Да. Ой, новая загрузка, все-таки я тут не помер. Хотя я так понимаю, что здоровья у меня будет все равно крайне-крайне мало. Я надеюсь, мне дадут аптечку, но если аптечку не дадут, то я все-таки помру здесь и пойду снова заново. Так, куда же мы приплыли? Угу. Вижу загадку, прямо вижу загадку. Наверное, здесь надо выходить. Только так я и не обратил внимания, все-таки вода здесь уже ядовитая или уже нет. Но там есть аптечка, это меня радует, и снова физика. Правда, я думал, это немножко другая загадка, более сложная, но и так тоже ничего. Так, вот так вот. Опускаем. Тоже берем, тоже берем, тоже берем. Все, хотя бы половина здоровья появилась, будет проще.
Но все равно передо мной выбор, остаться ли... Кстати, да, вода все-таки не ядовитая, это радует. Остаться ли на катере или все-таки идти вперед? Пешком? Даже не знаю. А, я похоже... Хотя нет, я на катере, наверное, здесь пройду. Давайте-ка попробуем, а то будет обидно. Если я мог на катере, а придется пешком. Так, здесь ничего нету. Нет, здесь ничего нет. Перед нами открываются красивые водные просторы. Можно купаться, загорать, общаться с девушками, общаться с альянсовцами и хаткрабами. Главное общаться с ними по-разному, а то с хаткрабами и с девушками сложно общаться одинаково. Блин, меня снова запирают. И наверняка сейчас будет какой-нибудь злобный вертолет. Или не вертолет, или надо будет снова открывать какие-то ворота. Ладно, сейчас посмотрим. А, да, вот я уже вижу одного альянсовца. Надо было все-таки сюда пешком, наверное, идти, потому что пешком здесь было бы проще. Ну все, слезаем. Пойдем в тайную дверцу. Какие-то странные звуки на заднем плане. Да, меня стреляют. Нет. Стрелять меня не надо. Есть ли у меня еще патроны? Да, патронов у меня пока что еще есть. Смогу ли я здесь залезть? Да. Интересно, на той барже что-нибудь есть? Какой-нибудь старый матрос, который даст нам чего-нибудь. Этот что, действительно выстрелы можно сбить, а? Реально! Давно я не видел в играх, что можно было замок выстрелом сбивать. Или я просто в такие игры не играю давно. Не знаю. Так, снова патроны. О, револьвер! Как-то это по-американски, по-моему, называется револьва. Так, пока никто не идет. Или все-таки дверцу прикрыть, а? Да, давайте прикроем, чтобы меня никто не трогал. Я вообще не люблю, когда меня кто-то трогает. Ой, вон, в ВКонтакт перестал заходить, читать все ваши сообщения. Ну, это у меня всегда перед днем рождения какая-то такая абсолютная депрессия. А у меня скоро день рождения, буквально в течение месяца будет. Так что где-нибудь дней за 10 или дней за 5 в каком-нибудь видео я это объявлю и буду ждать поздравления от вас. Ну, а, наверное, это будет какое-нибудь более популярным видео, потому что Half-Life 2 я посмотрел уже, у меня смотрит стабильно примерно 2000 человек. Ну, человек-то, наверное, даже поменьше, скорее всего, просто 2000... F6? Скорее всего, 2000 просмотров. Ну, кто-нибудь, может, смотрит по два раза, кто-нибудь сначала открывает, а потом уже серьезно смотрит. А что мне делать с этим вертолетом, а? Я же его не собью из этого, я даже свой... А, альтернативный патрон один есть. Ну что, рискнем? Стараемся сбить вертолет альтернативным патроном. Попал. Но как-то плохо. Так. А я вообще могу его из пулемета сбить, а? Или как бы это не рассчитано? Или тут где-нибудь будут гранаты? Или тут где-нибудь будет... Вообще базука? Ой-ё. Ту-ту-ту-ту-ту. Мне показалось, что он гранату кидает, а он все-таки кинул... Вот это. Ну и да, это вж... Здесь неспроста. По-любому в этих ящиках надо прятаться. Все-таки наверняка здесь где-нибудь есть гранатомет. Только где же он? Блин. Нету! Нету! Альянсовцы есть, а гранатомета нету! Зря трачу патроны, но просто на эту... Извините. Это я что-то совсем закашлялся. Так. Вот так. Вот так. Или все-таки не вот так, а? Я не понимаю задачу. Мне от вертолета надо прятаться, или мне с ним что надо делать вообще, а? И вообще, как-то... Как-то меня просто... Прямо абсолютно неприлично. Они вообще закончатся или нет, а? Ладно, допустим, будем по одному вас выселять из этой жизни. Вот так вот. Блин, не попал. Да, сейчас меня убьют. Вы хотите посмотреть на это? Я думаю, что не очень хотите, но... Скорее всего, меня все равно убьют. Где-то здесь должна быть аптечка. Здесь, наверное. Полные фейлы, а. Что ж со мной творится? А почему так не близко?
А, наверное, здесь я сохранялся, да. Ну ладно, тогда пойдем снова. Пытаться это все осилить. Уже не попадать при раздаче вертолета. Так что, ой. Нет, я здесь буду бежать быстро, я даже не буду пытаться. Или все-таки буду, а? Не, не буду. Ху-ху-ху. Не, серия абсолютно не получается. Я тут просто делаю уже все возможное, чтобы хоть как-то справиться, но сегодня у меня, видимо, обострение. Осеннее обострение, и я тут сдаю просто нечеловеческие физиологические звуки в заднем процессе, которые, естественно, будут вырезаны при постмонтаже, что заставит меня еще пересматривать свою же серию, которую пересматривать я просто не могу собраться никак. Я вообще не люблю пересматривать свои же серии, но записал и записал, и все. Но тут придется вырезать все эти кашли, и будет очень много просто пустых от голоса моментов. Ну давайте уже! Блин. Где же вы? Ладно, ладно, ладно. А, вон вы. Все-таки сложно без прицела более близкого, я уже привык как-то. Хедшоты раздавать с более близким прицелом. Так, ладно, давайте-ка подцелюсь. Вот так вот и вот так вот. Нет. Все равно не получается. Ладно, граната у вас. И гранату еще рано. Наверняка здесь что-то есть такое, чем было бы просто это все сделать. Да, вот так вот. Получите? Кажется, получили, да. Двое точно отлетело, еще двоих. Мне останется взять. Просто подойти к ним и взять суровой мужской рукой. В перчатках, в бронекостюме или в энергокостюме, я не помню, как называется эта вещь. Мне еще кто-то звонит тут на заднем плане. Или же мне приходит смс-ка, но что-то определенно с телефоном происходит. Раз мне должны позвонить, поэтому телефон убрать от экрана я не могу. У меня специально я звонок не слышу в наушниках, потому что я же в наушниках записываюсь. И вот единственный сигнал, чтобы... Да, кстати, дайте-ка я сохранюсь снова. Единственный сигнал, который у меня может быть, понять, звонят мне или нет, это вот, чтобы у меня в колонках было это знаменитое трещание GSM-сигнала. Сколько я, кстати, записываюсь, а? Ага. О, смс-ка пришла. Но смотреть не буду, да, записываюсь, а где-то минут 18-17. Значит, еще минимум минут сколько-то мне это придется делать. Так, сюда. Есть ли смысл сюда идти? Нет, смысла нету. Бум-бум-бум. Стоять. Стоять. Я просто понять не могу. А, нет, отсюда я пришел, да, сюда. Сюда по-любому не надо. Вот как бы мне аккуратненько эти ящички отсюда убрать? Все-таки фомкой или направленным взрывом? Прямо направленным, прямо гранаты. Нет, я их буду фомкой аккуратно разбивать. Пару можно даже оставить на всякий случай. А то вдруг у меня там загадка где-нибудь будет, а я без ящичка. Каф! Бежим отсюда! Бежим, бежим! Блин, как его? Чип и Дейл спешат на помощь! Господи! Да. Гаечка. Чип и Дейл. Хороший мультик был. Но как-то ни Чип, ни Дейл мне не помогли. Меня забил злой альянс. Как-то он меня очень сильно забил. Хотя, да, у меня здоровье всего 31. Так что будем его подлавливать вот так вот. В этот раз все прошло хорошо и мирно. Но не до конца. Так, там есть здоровье, там есть здоровье, я его вижу, и этого я тоже вижу. О, перезарядка, как не вовремя. Ладно, ой, я тут здоровье тоже вижу. А, это не здоровье, это... Так, сначала здоровье. Костюм подождет, костюму как-то лучше, чем мне. Вот мне как-то вообще никак. Так, а я не вижу, у меня снова микрофон загораживает костюм. Да, костюм тоже заряжается. Ага, не будем тратить патроны, патронов у меня что-то катастрофически мало для всего этого. Зря так сделал, надо было сначала аптечку взять, а потом уже заряжаться от зарядки. Но пока что поживем. А, снова вертолет. Так, Ну, вертолет я правильно понимаю, я сбить, наверное, просто не могу, потому что иначе эти места были бы абсолютно бесполезны. От него я могу только убегать. Но и все-таки мне же должны где-то в конце выдать по рогам, да. Мне в конце где-то должны выдать базуку, чтобы я все-таки порадовался за себя и... Так, по лестнице.
По лестнице я всегда плохо ползаю в этой игре. Абуз, здравствуйте, дядя! Я пришел к вам с приветом! Господи, кто по мне стреляет? Я тут путаю еще кнопки приси... не, мне не базуку дадут, мне дадут вот Т... Не, мне дадут базу... это не базука. Ну ладно, хоть так, хоть так. Альтернативного выстрела у него нет, но мне кажется, я его все-таки забью. Да, он уже горит. Дайте посмотреть, как он падать будет. Где он, блин? Ну дайте посмотреть, мне же это нравится. Есть. Он, похоже, пошел падать в далекие глубины Закавказья. Чё сказал, непонятно. Ну ладно тогда. Все-таки открываем шлюзы. Снова вспоминается Сибирия или Сибирия 2. Кстати, не помню. Не, все-таки Сибирия, мне кажется, потому что Сибирия 2 начинается уже... подождите-ка. Так она, по сути, и там, по-моему, это... Кейт Уолкер на поезде бегала. Ага. Или в первой она собирала поезд. Не, она и собирала, и бегала тоже на поезде. Да, и наконец-то есть быстрый выход с этой локации. Не надо через все эти лабиринты выходить. Можно просто прыгнуть, и все. Забираемся и едем. Есть улыбаемся и машем, а есть забираемся и едем. Все-таки я хочу эту баржу осмотреть, сумею сюда забраться или нет, а? Да, перезарядиться надо. У меня всегда было плохо с перезарядкой. Да, наверное, на этот борт я даже сумею забраться. Нету тебе ничего. Даже ачивку не дали. Они действительно могли бы кого-нибудь матроса посадить, который там сидит, пьет ром. Делает наколки все, кому не лень. Так, я отсюда приехал или я сюда еду, а? Где ворота-то? Которые меня не пущали. Не, ворота, похоже, здесь. Да, ворота точно здесь. И что нас ожидает впереди? Блин, снова вертолет. Ладно, ладно. Ладно, ладно, аккуратней, аккуратнее. Нам не сюда, нам вот сюда. А, или... Ой-ёу. Кстати, хорошая загадка. Ну, не загадка, а веселость. Мне нравилось. Так, как бы этот ящичек собрать, а мину нет, есть. Нету. Так, вот сюда, все правильно. А здесь... А, здесь поворот крутой, да. Крутые повороты я тоже люблю. И пока везет, я нарвался всего на одну мину, и по мне уже начали стрелять. Это хорошо, значит, мины у него закончились. И сейчас будет взрыв вертолета в туннеле, да? Вертолет-то за нами летит. Что-то я его не вижу. По-любому должен лететь, потому что если бы он не летел, то было бы грустно. Да, и загрузка. Что-то загрузка не поддержала мою скорость. Я думал, что я просто вылечу пулей отсюда, а нет, встал на месте. Здравствуй, вертолет, снова, куда мне идти? Направо или налево? Ну да, сюда я пошел абсолютно зря, но вертолет, похоже, со мной ничего не успеет сделать. Что-то по мне стреляет, стреляет, а урона не наносит. Вон, я даже на него смотрю, он сейчас по мне даже не стреляет. А! Б! В! Слалом, что ли, устроить? Нет, слалом я не буду устраивать. Слалом мне уже дорого обошелся. Так, лодочку сбить. Лодочку сбить. Что же там впереди-то, а? Кто же этот вертолет все-таки будет убивать? Потому что я абсолютно не вижу способа, как его убить. Пока что везет. Музыка даже на заднем фоне заиграла. Или он сам улетит, просто расстроится, обидится на меня, что он со мной ничего сделать не может. Если он, конечно, не сможет со мной ничего сделать. В чем я, кстати, не до конца уверен. Так, тут есть тайник? Нет, тайника тут нету. Я уже просто переворачиваюсь. Но пока еду. Так, а там... Так, нет, туда мне, похоже, не надо. Мне все-таки надо сюда куда-то. Ладно, туда я не поеду, не буду проверять, что там было. Может быть, зря, но... Хочется... Ай, черт, а! Надо разогнаться. Ну ладно. Попытка номер два. И за эту попытку номер два я поплатился кусочком жизни, хотя хп у меня опять не отняли. Вот удивительно, жизнь не отнимают, а хп не отнимают. Далее. Отравленная вода. Неотравленный ящик. Хотя, может, ящик тоже отравленный. Я его возьму, потом в руки, а он бабах, и все. И не было Гордона Фримена.
гордого спасителя человечества. Что же все-таки станет с этим? О, ё-моё, господи! А как? Так, нету здесь никакого тайника снова. Я уже какой-то помешан на тайниках в этой игре. Они обязательно должны быть. Сумею я так забраться? Да, кажется... Нет, кажется, нет. А как? Типа аккуратненько, да? Ну, давайте аккуратненько. Нет, аккуратненько. Или да, аккуратненько. Да, аккуратненько, аккуратненько. Ко-ко-ко. Или я просто должен слезть с него. Нет, если я слезу с него, то я умру. Вода-то здесь все-таки ядовитая. Ну да, это все я говорю уже после того, как все это прошел. Замечательно и хорошо. Снова загрузка. Снова остановился, снова все то же. Ну и где, блин, снова вертолет? Я уже думал, я от него все-таки ушел. Нет, второй ящик я тоже не пропущу. Вот, теперь да. Ну что, идем на таран? Ну уже, где трамплины? Хочу просто пустить катер в вертолет, как в самых лучших голливудских фильмах. Ладно, видимо, будем справляться от него как-то дальше. Так, здесь я могу? Могу, держусь. Не держусь. Ну, дайте мне ящичек, дай ящик. Дал ящик, класс. Я думал, мне придется вылезать из этого, но... Но нет, а вертолет что-то гонится за нами уже два экрана сохранения. Мне это реально не нравится, я все еду и еду. Уже серию пора прекращать. А, ну вот, наверное, здесь он нас покинет, потому что я снова въезжаю в тоннель. Не знаю, что от него ожидать. Блин, мину хорошо положил, но она взорвалась раньше, чем я до нее добрался. Кстати, похожие трубы у меня в районе практически рядом с домом торчат. А, там я что-то вижу, а. И здесь еще живая вода, ну, в смысле, не живая, а обычная. Да, тайник. Зря трачу патроны от этой пушки, но опять-таки моя лень побеждает мой здравый смысл. Бежим. Быстрее бежим. Машинка сейчас упадет? Нет, не упадет, странно. Обычно такие машинки падали в этой игре. Мне это даже нравилось. Так, там... Есть тайник? Наверняка же есть, а? Может сразу Фомку в руки взять? Почему он перестал бегать? Не, не перестал. Ага. Что там пишут? Ход зарабатывания достижения следопыт 3-45. Да, здесь ничего нету. Посмотрим на небо. Потолок в клеточку. Но недолго. Так, там что-то про подкрепление говорят. Он продолжает задержание меня. Но пока что-то я не вижу, чтобы он меня брал. Обычно, когда тебя берут, это видно. А, кстати, не видно. Так, мне казалось, там есть сундучок. Сундучка там не было. Что же впереди нас ждет? Я хочу какой-нибудь логический конец найти, но логического конца просто нету и нету. Есть только абсолютно нелогичный вертолет, у которого уже, блин, топливо должно было закончиться. Где хоть что-нибудь? А. Так, здесь, наверное, тоже что-то есть, но да ладно. Сумею? Да, подпрыгнул. Что-то меня оглушило. Видимо, это была бомба. На экране не происходит абсолютно ничего, отсебятина из меня не лезет, поэтому... Вы имели счастье прослушать мой монотонный напевание обо всем на свете. Ой-ой-ой! Вот это было, по-моему, ва-ва-ва-ва-ва. Ну, по крайней мере, я отлично помню этот момент, как проскакивать его, я не помню, да, я его проскочил. Но я даже скажу, это было круто. Вторая труба не падает? Нет, вторая труба не падает. Куда мы едем, я вообще не понимаю. Пока что мы снова едем в неизвестный тоннель неприятной наружности. И здоровье у меня сняли уже 20% от того, что во мне было, блин, 76 осталось. Сейчас будет еще одно сохранение, наверное. Я не понимаю, как он по мне стреляет. Я его не вижу. Ну ладно. Он же так быстро не мог сместить высоту, чтобы прямо в этот тоннель стрелять. Ага. Здесь никого нету. Здесь. Ага. И вот, похоже, логический конец нашего повествования о нашей гонке не пойми куда.
Там, по-моему, нам надо будет поднимать как раз нашу... наш катер на водной подушке. По-моему, я даже прав. Да, абсолютно верно. Ставим его сюда. Наконец-то вылезаем отсюда. Кстати. Ой-ё. Да, надо будет просто нагрузить это, и все будет хорошо. Ну, а пока что на этом моменте я, кстати, да. Возьму то, что здесь есть. А, кстати, да, даже не возьму. У меня тут все под контролем, у меня 100% здоровья, и на этой ноте я с вами... Ой, блин. Ой, зеваю. Кашляю. Долго кашлял. И прощаюсь. Это был курящий из окна, абсолютно больной. Не знаю, как я эту серию буду монтировать. Ну да. Значит, не судьба. Придется потерпеть. Все, смотрите, подписывайтесь. Извините за такой безобразий. Пока. Пока.